А рецепт на сегодня такой. Сегодня у нас будут очень легкие косметические мероприятия. Для работы с этой зоной, конечно же, чередуйте все мои мероприятия, ну и обязательно применяйте различные массажные движения. Берем молочко, покупаем молочко, конечно же, молочко идеально, чтобы было настоящее. Нашу формочку для льда, вот у меня тут все разное заморожено, и разливаем сюда молочко наше, для того, чтобы застыли кубиками чисто из молочка. Все, ложим в морозильник, наши кубики на завтра будут готовы. Итак, утром встаем. Ну, идеально брать не просто лед в руки, а брать марлю и ледик сюда ложим, и потом формируем такое место, где мы можем взять вот такой клубочек, и здесь в середине у нас лед, и тогда хорошо можно взять. И постепенно сейчас здесь все будет охлаждаться. Берем, утром встали, и нашим кубиком из молочка протираем вот эти зоны. Смотрите, не переохладить. Не надо сидеть и целую минуту все тереть. Делаем вот такие движения. Слышите, что здесь уже все холодно, так сказать, очень холодно. И делаем вот такие движения. Раз. Два. Захватите побольше зоны. Конечно же, мы же работаем с разными зонами. Мы работаем с веками, мы работаем с кожей чуть выше век, мы работаем с гусиными лапками, вот они здесь. Мы работаем с кожей под глазами. Здесь очень проблемная кожа. Смотрите по своим ощущениям. Должно быть холодно, но приятно. Итак, утром вы просто встаете и делаете себе сразу вот такой криомассаж кубиками молока домашнего, из молока домашнего. А вечером идеально, вы работаете с массажными движениями, чтобы активизировать здесь все процессы, ну, подорвать кожу, так сказать, ее немножечко встрепенуть, встряхнуть. И потом, после того, как вы сделали мои вот эти простые или любые другие массажные движения, хотя бы вот такие, берем опять, облачаем наш кубик молока замороженный, и после массажа делаем три круговых не спеша движения здесь и три круговых движения здесь. Вот такой прекрасный рецепт. С ним, кстати, можно работать с утренними мероприятиями, можно работать почаще, можно работать три раза в неделю, если нет никаких проблем, никаких припухлостей и так далее, и так далее. Если есть какие-то припухлости, можно каждый день с ними работать. А с вечерними мероприятиями работаем, если с массажными, работаем постоянно, например, два раза в неделю, несколько месяцев.